Опубликован роман «Судного дня», написанный в жанре истинной беллетристики, который является первым в мире и азербайджанской литературе. Автор книги Азиз Язар, редактор Асад Джахангир. Роман «Судного дня», который, как следует из названия, предвидел сегодняшнюю реальность, был подготовлен к публикации в издательстве «Мюджри» при поддержке бизнесмена Вахида Переева. Автор и редактор книги «Судный день», который утверждает, что вызовет национальные, художественные и прозаические идеи с провинции мировой прозы мира, затронул очень интересные моменты в своих выступлениях на нашем канале. «Судный день» – это мой недавний опубликованный роман. Я написал его в 2019 году. Как следует из названия романа, «Судный день» – это воскресение мертвых. Но мое воскресение происходит в стране. Люди 16 века воскрешены в 21 веке. И потому что они воскресли в 21 веке, они убивают людей 20 века. Они просыпаются от разорения и в то же время от депрессии и подавления апокалипсиса. Но разница между ними – это разница в возрасте. Они похожи на людей, пришедших за ними по характеру. И роман затрагивает вопрос, почему мы уничтожили их, воскресив вас, потому что они ваши дети, люди, которых вы воспитали. Фактически предмет «Судного дня» также означает, что у каждого человека есть судный день в его внутреннем смысле, и что каждый человек живет в судный день. В нашем романе мы не хотим сказать, что судный день – это конец всего. Мы хотим сказать, что судный день это начало всего. Как следует из названия, в романе автора Азиза Язара «Судный день» она посвящена теме судного дня. Но авторская концепция конца света уникальна. В религиозных книгах неизвестно, когда судный день пройдет в универсальном масштабе, но в описании автора время и место судного дня известны. Судный день бывает трех видов – национальный, художественный, индивидуальный и человеческий. Он основан на значении национального конца света. Хотя это произошло в одном из европейских городов, в то же время это происходит в восточной стране, в частности, городах Азербайджана. Поэтому автор ставит этот вопрос под сомнением. Основная идея романа «Судный день» очень актуальна и перекликается с коронавирусными событиями, в которых мы живем. Это призывает людей к единству. Известно, что события коронавируса оставили нас самих, заставили пересмотреть свою судьбу. Но эта самопроверка объединила нас и народ. Судьба всех объединилась в одной точке. Роман заменил концепцию «я» на концепцию «мы». Основная идея романа заключается в том, что мы сильны вместе.